Ты не пугайся, я тебя не трону. Ты одна? С тобой кто-нибудь есть? Но зашибись. Ладно. Это твоя комната? Классно тут у тебя. А это твое? Стойте! Лиза. Это мое! Это за гимнастику. Я бы взяла первое место, но мисси Кинг жульничала. Лиза, ты слышала выстрелы? Здесь опасно. Я была в школе. А мама позвонила и сказала, чтобы я сразу шла домой, что они будут ждать меня здесь, что мы уедем вместе, и... Я пришла, а тут записка, что они ушли с какими-то людьми, и... Я не знала, что делать. Я тут спряталась. Я не знала, что делать. Успокойся, тихо, тихо. Лиза, недалеко отсюда есть лагерь. И ты должна туда со мной пойти. Нет. Там есть люди, которых я знаю. Это, не буду врать, это трудовой лагерь. Чтобы есть, придется работать. Но нет, хоть с голоду не умрешь. Что? Нет, я буду ждать маму. Подожди, здесь. Это твоя мама? Домой она не пришла. Так? Ну, может быть, она в лагере? Мама? В том лагере? Ждет. Конечно, ждет. Ну, иди за мной. Эй, кто у нас тут? Миссис Такер! О, Господи! Лиза, милая! Не бойся, теперь ты дома. Мама с папой, все заболели, я не знала, что делать. Пришли люди, тихо. Все заболели. Ничего, теперь ты дома. Это просто чудо. Настоящее чудо. Мы же соседи, правда, Лиза? Я жила в том же квартале. Знала ее родителей. Они здесь, миссис Такер? Милая, ты же сама знаешь. Нет. Их тут нет. Ну, пойдем. Умоешься, дадим тебе поесть, а я найду тебе местечко, где спать. Веди ее в дом и накорми. Зайди к Элкаю. Вечером брошу тебе кредит. Эй, послушай, ей не сладко пришлось, ты с ней. Не надо, помягче. Я сама разберусь. Не, послушай меня, правда, с ней нельзя так, как ты тут со всеми. Не учи меня, что и как мне делать. Хочешь жить с нами, хочешь нам помогать, давай. А если нет, закрой рот. Хоть ты-то не смей раскисать, Дик. Ну что, научить тебя охотиться? Я умею стрелять из пушки. Это винтовка, а не пушка. Я служил в 10-м горном, так что не надо мне тут морпеха включать. Оленя убивают совсем не так, как человека. Или фрика. Основа охоты – взять след. Нужно собраться. Увидеть подсказки природы. Если приглядеться, увидишь знаки. Ладно, давай-ка назад винтовку. Держи, спасибо. Расклад такой. Мяса нам нужно как можно больше. У нас еще не все встали на ноги после того нападения. Ладно, Коуп, я буду иметь это в виду. Походу, нашел. Ну, по крайней мере, тебе.
они разорвали фрики. Ты ведь и сам мог стать одним из них. Думаю, тебе бы это не понравилось. Что тебе надо? Не подходи. Мы просто поговорим. Протокол НЭРА 2.7 предписывает, что при проведении операции в карантинной зоне, если я встречу каких-то намагов, ну, то есть гражданских, мне запрещено вступать с ними в контакт. Правда? Ну, ты же вроде уже вступил в контакт. Ну, в общем, да. Ты живой. Да. Живой. Как? Как ты выжил, Убрай? Я не понимаю. Короче... Ту ночь ты был там, в Фермале. А потом в лагере беженцев вертолеты горели. И все до одного погибли. Там всех перебили, там всех разорвали на куски. Ладно, так, слушай, я могу по-хорошему или по-плохому. По-хорошему мы поговорим. Ты ответишь на вопросы и пойдешь копаться у фриков в кишках. Или зачем ты там сюда приперся. По-плохому я вскрою на тебе скафандр и глянем, как твои дружки отнесутся к тому, что ты надышался зараженного воздуха. Что выберешь, О'Брайен? Ладно. Хорошо, хорошо. Но вспоминай, на крыше старой пивоварни я посадил в твой вертолет раненую женщину. Да. Я помню, ну конечно, у нее было ножевое ранение. Я пришел в лагерь беженцев, в который ты должен был ее доставить. Все были мертвы. Я повторю вопрос. Как ты смог выжить? Нас там не было. Нас развернули на юг, в другой лагерь. Тот, что был на пи, был захвачен, поэтому нас отправили на юг, в лагерь возле Силвер Лейк. Там кто-то выжил? А сейчас? Не знаю. Меня перевели в исследовательскую группу. Тихо, я выясню, я узнаю. У тебя наша рация. Вот как ты... Я ничего не обещаю, но я проверю. Ага, вместе пойдем. Топай. Не надо. Ты их не знаешь. Они тебя застрелят. А я застрелю тебя. Слушай, если хочешь меня убить, убей, понял? Я сделал, что мог. Это была твоя жена? Я ей поставил капельницу, кислород. Я ее спас и огреб за это проблему. У нее начался сепсис, она бы не выжила. Я отвез ее в госпиталь, я ее спас. О'Брайен, прием. Мне пора. Пожалуйста, уходи отсюда. Ты не знаешь этих людей. Не знаешь, на что они способны. Если ты исчезнешь, знай, я тебя из-под земли достану. И тогда сломанная антенна, и ты уже не отделаешься. Мне жаль, что так вышло с твоей женой. Но не ты один тогда потерял родных. Нет! Да я помочь пришел. Я Такер. Стоп, я же сказал, я пришел тебе помочь. Нет, ты от нее. Ты из ее лагеря. Нет, мы с Такер. Я так, на вылазке хожу. Меня морили голодом. Я не подчинялась приказам, и меня перестали кормить. Это рабочий лагерь, там все должны работать. Я не прислуга. Я не вернусь туда, ясно тебе? Лучше уж тут умереть. Ладно, успокойся ты уже. Как знаешь. Лиза, я... Уходи. Я тут принес. Красиво. Можно мне с тобой? Мне нужно в Мэрион Форкс. Слушай, я не могу. Слишком опасно. Все, мне пора. Нас тут рано поднимают на работу. Эй, ты не отвечаешь по рации? Да. Не знаю.
Эй, стой, стой. Все нормально, нормально. Просто пытаюсь, короче, просохнуть. У тебя жар. Башка раскалывается. У тебя жар. Нет-нет, я просто устал. Короче, жди здесь, лежи, что-нибудь придумай. Да не нужна мне нянька, расслабься. Черт. Давай, давай, соображай, думай. Иди сюда, покажу тебе, что ты ищешь. Я уже нашел. Ну все, хватит, соберись. Я весь собран. Так, вот это называется лавандула ангустифолия. Лаванда? Ну, я еще плачу студенческий кредит, так что мне ближе латынь. Угу. А так лаванда. Ну, правильно, зря что ли бабло платила. Так, дай-ка мне руки. Значит, одной рукой берешься за цветок, а другой рукой за стебель. Ага. Да, вот так. А потом медленно тянешь. Ну, я умею грядки полоть. Извини, но это тебе не сорняк, тут надо лаской. Ну, тянуть-то можно. Да, но очень нежно. Ты готов? Ага. Давай. Вот так, отлично. Что-то воняет твоя лаванда. Так, ладно, ты подержи, а я еще соберу. Смотри, тут еще есть? Нет, стой. Да ладно, вода же теплая. Стой, да стой ты. Что такое? Да нет, я не про кофточку. Ну, в чем дело-то? Долгая история. Ну, ничего. Можем погулять. Я люблю гулять. Оу. Боже мой, не перевелись еще рыцари в Фервале. Ну, а чего рыцарей зря переводить? Эй, ну вот, помял. Ну что, мы хоть потом-то это скурим? Нет, мы потом это выпьем. Я делаю убойный травяной чай. Забористый? Так, короче, заходи ко мне в гости, я тебя угощу, если подбросишь до дома. Идет, договорились. Тебе точно понравится. Вот только пивка мне, прихватим по дороге. Эй, бухарь, я... Да, чтоб тебя! Тут такое дело, я вспомнил, как несколько лет назад мы с Сарой были у Барыкрик, собирали лаванду, и... Она научила меня делать мазь. Я сегодня выходил. Ясно? Прошел по горе, проверил капканы. Рука, считай, как новая. Ладно, я просто оставлю это здесь и... Ты... Дай мне пару дней. И двинем на север, как и хотели. Отсюда нахер. Ага. Ну да. Грёбаные упокоители, куда вы дели девчонку? Если вы ее тронули, клянусь я. Да чего уж там, я вас, твари, при любом раскладе урою нахер. Держись, Лиза, я иду. Лиза, вот ты где. Господи, что с тобой сделали? Лиза! Лиза! Эй! Милая! Нет! Эй! Тихо, молчи! Лиза, это я, ну Дикон, помнишь? Дикон! Дикон. Все, тихо. Не бойся, все будет хорошо. Ты цела? Черт, бежать можешь? Знаешь, где домик администрации? Там рядом мой байк. Прямо сейчас ты туда побежишь со всех ног. Со всех ног? Только не останавливайся. Готова? Да? Беги. Все, ушли. Ты в порядке? Нет. Слушай, к югу отсюда, на Лост-Лейк, есть лагерь. Там не так, как в Хот-Спрингс. Железный Майк не похож на миссис Такер. Ненавижу миссис Такер. Там ты не будешь одна. Это хороший лагерь. И там безопасно. Ладно. Держись. Привет, Рики. Привет, Дик. Я удивлена. Такер перестала торговать рабами?
Лиза, это Рики. Она отвезет тебя в безопасное место. Ничего не изменилось, Дик. Железный Майк тебе за это не заплатит. Да при чем тут ты? Я же не про... Разреши. Это же совсем другое. Дело же не в деньгах совсем. Mm-hmm. Просто забери ее, а? А что с ней, Дик? Ну, короче, ее поймали у упокоителей, и я... О, бог ты мой. Ну, Лиза, привет. Я Рики. Скажи, ты любишь рыбу ловить? Я вот обожаю. Больше всего на свете я люблю рыбачить. Хочешь, вместе пойдем? Да? Я расскажу тебе про Lost Lake. Знаешь, вода в нашем озере просто чистейшая, а рыба, ох ты мой, рыба на рассвете прямо скачет вот до сюда. Увидишь, там тебе очень понравится. Давай, держись покрепче. Готова? Большое тебе. Они идут. Они идут. Они хотят. За мной пришли. Чёрт, Бухарь, ты чего? Нет! Ты как сюда попал? Эй. А ну не с места! Бухарь, это я. Не с места. Это Дик, успокойся. Если только рыпнешься. Давай поговорим. Пою нахрен. Спокойно. Ну-ка, дай пушку! Нет! Давай нет, сюда пушку! Нет, давай! Чёрт. Охренеть. Бухарь, ты охренел, что ли? Я слышал. Я голоса слышал. А только этого не хватало. Стой, Дик. Ты разве не слышал? Ни хера я не слышал. У тебя заражение крови. Да иди ты. Да сто пудов. Ты сам посмотри. Нахрена мне? Вставай, смотреть. Тебе нужна помощь. Да отвали. Вставай. Ну чё ты докопался? Ты что это делаешь? Да так. Ну-ну. Решил в люди выйти при полном параде? В общем, да. Надо же поздороваться, пивка выпить, а потом уж лазарет вальсировать. Ну, короче, просто борода задолбала. Да ладно, я просто стебусь. Дик, слышь? Майк сказал, что в следующий раз тебя убьет. Если сказал... Старик уже свое имя начал забывать. Не-не-не. Эй, он вспомнит. Эй, не засыпай. Мы съехали с трассы, но если шальный фрик заявится... Я... Ладно. Дик, да. Только в лагере никого не убивать. Никого я не трону. Ты как? Офигенно.